Солнечный выходной день не так просто найти на берегу уютное безлюдное местечко. Но я точно знаю, куда не доберется гуляющая толпа на машинах. Сюда только на своих двоих. Do you punish yourself like me? Though you know it's not what you need. I wonder if you fear like I do. Doing all you can. Ясный теплый денек, полметра глубины и два опарыша на крючке, проверенный рецепт ловли уклейки. И ведь есть в ловле этой рыбки какая-то своя особая магия. А мои четвероногие друзья тоже не против поохотиться за рыбкой. Вы только посмотрите, и где он этому научился. So have you set a flame to your disguise, known only to show your eyes. And if you hear me inside this sound, I don't wanna let you. Мне нравится ловить уклейку на 5-метровую маховую удочку. Она легкая и чувствительная, а механика рыбалки проста, как в детстве. Видишь поклевку и подсекай. Ничего лишнего. Рыбалка – идеальный вариант, чтобы расслабиться после рабочего дня за компьютером. Ну что, отдохнули? И пора идти домой готовить ужин.